Кстати, этот же судья и обслуживал поединок Лукаса Матисса против... Когда обсуждались... Я в атаке пытался с дистанции. За столько лет. Казалось бы, ну, все уже сделано. Достиг всего, чего только можно. Как-то снизился темп ближе к завершению второго раунда. Сбросил этот темп чуть-чуть. И вот в концовке снова пошел вперед. Турман. Ему надо варьировать темп, Ром. Надо, да. Я смотрю, 12 что... раундов. Турман уходит назад по прямой. И снова получает. Но здесь скользь все-таки. Вот, ну, скользь, но посмотри. Пакьяо мощь, свое превосходство. Вот. Одиночным достает филиппинец. Хорошо. Через довольно плотный удар от Турмана по туловищу был. Пакьяо почувствовал это, ушел в глухую защиту. Вызывает на себя он Турмана. Ну, тут... Но для Пакьяо выгодно, скажем так, иметь Турмана. Хороший настрой. Вот это опасно, может быть. Не... Рвется Турман вперед. Но Пакьяо видит. Вот Турман все произошло. Но я вспомнил другое. Когда у Пакьяо все получается, вот явно все получается. Он может заиграться. Я вспоминаю бой с Маркесом. Помнишь, когда он с нокаутом? Но Буим, причем, что интересно. Вот теперь, кстати, два по корпусу и закончил-то апперкотом. И Пакьяо отвечает, да, полетел. Но вот закручивает его и тур контратак. Навстречу пока не получается у него работать. Четвертого раунда. Четвертый раунд. Пакьяо. И снова. У Кита Турмана у него орел с внутренней стороны, а у Пакьяо, я обратил внимание, у него черная символическая лента на большом пальце. Это либо меланомы. Как раз, то есть... Снова пропускает Пакьяо вот эту двойку. Правую прямую от Турмана. Сейчас вешу. Ну, кстати, неплохо хорошо для Турмана, да, до момента, пока он не нарвался на этот удар. Причем так, наскакивает, пробивает несколько ударов и уходит. И снова в корпус пробивает Турман. Это... Уже попал где-то на границе, правда, с поясом. Такие небольшие качели наблюдаемые в этом. Его раунде. Догнал снова, но Турман сейчас ушел. Успех, который к нему пришел в шестом раунде. И вот попадает в раунд боковую. Снова Турман.
ответил Пакьяо, но не так уже среагирует. Уходит влево от себя. Здесь классическая работа против левши. Двойка точно в цель стартовала. В корпус. Блоком уходит опять от сильнейшей левой Китурман. Вот вдоль еще подловил Пакьяо. Прямой боковой здесь включается. Заходом в сторону работает Турман. Слева не попал. На лице. Ну как этот раунд Пакьяо? Ну концовку да, потому что а начало то. Да, и Турман сейчас немного тянется за. Отличный бой. Еще. Ну вот в такой ситуации. Ну что, последняя минута. Взрывается публика, все скакивают с мест. Смотрите, что происходит. Да. Достается сейчас Пакьяо и вместе с гонгом попадает. 12. Пакьяо, скорее всего. Да, Пакьяо отдали. Раздельным решением Турман недоволен. Всячески показывает свое. Но Мэнни Пакьяо убедил судей в том, что он. Друзья, ну на этом мы с вами прощаемся и приглашаем вас в студию Стеномач. Там будет продолжение того, что мы сейчас только что с вами посмотрели.